Так, смотрите, взял оружие. Вот что-то я допустил такой фейл. Да, довольно сильная будет драчка такая, надо пережить этот момент. Ай, ах ты ж сука. Что ж ты бочки-то кидаешь? Так, давай, 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 братюня. Так, вроде бы осталось не так уже много врагов. Давайте попытаемся. Так, значит, колесико мышки и два раза пробил. Вот. Все, мы расправились, надо только добить их, походу. По ходу дела. Че, не нравится, когда тебя током ебашат? А кому же это понравится-то? Так, чтобы пробить вот блок таких вот братюнь, которые жестко не хотят сотрудничать, приходится использовать три раза колесико мышки Бэтмен плащом своим. Так, смотрите, этого вообще, походу, ящик жизнь сломал, видите как? Он просто, братюнька, решил, что ящик это его то, что ему нужно. Нельзя остановить неизбежное. Я обрушу огонь и серу на этих животных. На, Хьюго Стрэндж решил нас, видимо, запугать. Так, давайте пообщаемся. Может, с братюнями надо пообщаться? Простите, просто тут форменный хаос. Стрэндж убивает всех, кого послал сюда. Он называет это протокол 10. Что нам делать? Я иду искать Стрэнджа. Ждите здесь. Так, мы поговорили с политзаключенными, и они сказали, что будут тут. Так, значит, нам надо, видимо, в люк, потому что по-другому больше выхода нигде нет. Наша задача отправиться на поиски Стрэнджа. Так, обрушившиеся улицы. Мы здесь, помните, были за женщину-кошку играли? По-моему, так тоже называлось. Обрушившиеся улицы. Только чуть в другом месте. Так... Братюня, все нормально. Мы провалились сквозь текстурку. Замечательно. Так, не нравится мне эта обстановочка. Вот этот самовар или эта печка, что это такое? Вообще-то это печь, конечно же, но похоже на большой самовар. Так, что у нас здесь? Чтобы перебраться, нам тросомет надо. По-любому. Так, а здесь уже надо смотреть, куда идти, что делать. Да, не самый лучший вариант, конечно. Ай, твою мать. Мы упали, это, не, конечно, прикол такой. Смешно, да, смешно. Понимаю. Так, что у нас здесь не пройти, да, к сожалению, все закрыто. Давайте еще раз назад вернемся. Поглядим. Угу, вон оно что. Вон оно, куда нам надо. Так. Так, наверху вроде бы ничего. Не знаю, не знаю, надо смотреть. Так, друзья, небольшой кусочек я вырезал. Значит, смотрите, где мы оказались. Мы вот здесь уже были, помните, мы спасли эту интерну. Я обещал вернуться. Долго тебя не было. Там сущее безумие творится. Сначала люди Джокера пришли и устроили тут лагерь. Но я сделала так, как ты велел. А потом... Что случилось? Пришли охранники, ну знаешь, те, что работают на Стрэнджа. Они пришли и начали всех убивать. Устроили просто кровавую баню. Видимо, Стрэндж пытается замести следы, а вы, значит, хорошо умеете прятаться, доктор. Продолжайте в том же духе, пока я разберусь с охраной в этом зале. Так, значит, теперь надо разобраться с охранниками. Давайте попробуем это сделать. Так, значит, надо как-то аккуратно, скрытно пробраться туда. Посмотрим, посмотрим. Так, надо оценить, сколько их там. Твою мать, 2, 4, 6, 7, 8. Человек 10 точно, значит, там есть. Так. Вроде бы пока все тихо, надо смотреть. Вон братюня одинокий скучает. Давайте, может быть, попробуем к нему пробраться.
Твою мать. Надеюсь, они меня не заметили. Хотя, что-то паника у них особо поднялась. Так. Бесшумный прием, быстро. Быстро убивай. Вот. Один готов. Вон еще один бегает, давайте. Аккуратненько сзади подкрадемся так вот. И сделаем бесшумный такой прием. Тихо, тихо, спи, дорогой, спи, мой малыш. Спи, дорогой. Так. Что у нас еще? Вот еще один. Тихо, блядь, бегут. Бегут, долбоебы. Надо быстро бежать отсюда. Потому что таких кретинов еще надо поубегать изрядно. Так. Вон там внизу, братюня. Ай. Ай-яй-яй. Хотел, как говорится, сзади попробовать. А получилось так, что мы просто впереди него стали. Поэтому надо быстро так вот покружлять немножко. И все. Так, давайте оценим, что у нас по ситуации. Вот, там один стоит. Быстро, бесшумный прием. Спать, сказал, сука, спать. Так. Тоже бесшумный прием. Смотрите, они думают, что мы наверху, видите, стреляют наверх. По горгульям этим, на которых Бэтмен любит обычно сидеть. Так, все лежат. Так, вон там снайпер, значит, снайпера надо будет сейчас попробовать убить. Так, ну что ж. Снайпера мы тоже уложим, и остается еще два врага. Я думаю, мы тоже с ними быстро расправимся. Конечно, хотелось, чтобы это все было очень тихо. Но супер по стелс не получился. Так, ну что, они по одиночке стоят, так что проблем возникнуть не должно, да. Только я, видите, приземлился, и сразу же началась паника. Твою мать, Бэтмен, надо его убить. Бэтмена надо убить, сделать из него какой-нибудь манекен. А хер тебе в рот, не надо, манекен, вот. Поспи, дорогой, чтобы тебе плохие такие мысли больше в голову не лезли. Так, остается еще один. Так, вижу Бэтмена. Это, конечно, очень радует, что ты видишь Бэтмена. Я просто бесконечно этому рад. Так, братюня. Так, быстро. Остался еще один, последний, давайте. Да, можешь звать своих напарников, они уже все дружно отдыхают и видят самые прекрасные сны, которые могут присниться в Arkham City. Так, все, мы с ними расправились, теперь что нам надо делать? Да, месяц тренировок, с Бэтменом никто не может справиться. Какие же вы тупорылые идиоты. Примерно то же самое говорит вам мистер Стрэндж. Ну что, вот куда нам надо. По ходу дела. Нет, не открывается. Давайте смотреть, куда же тут можно пойти. Так. Ну, единственный вариант, это, скорее всего, идти вниз. Потому что наверху мы уже были. Так, что у нас внизу? Давайте смотреть. Не знаю, есть ли смысл это взрывать. Ну, хоть посмотрим, что это вообще такое. Да, смысла взрывать-то нету именно. Так, ну что ж, давайте возьмем трофей на всякий пожарный. Трофей загадочника у нас уже есть. Что надо делать вообще? Куда идти? Так, пробиться на обзорную площадку, чтобы остановить протокол 10. Ага, значит, надо наверх. Понятно. Так бы и сказали. Так бы и сказали, что надо наверх. Мы посмотрим, что у нас здесь. Чудо-проект.
Может быть, не туда иду? Давайте попробуем, пройдемся на всякий случай. Не туда, так не туда. Мы особо ничего не теряем, в принципе. Еще раз пробежаться здесь, это довольно приятно. Так, смотрите, куча роботов, видите, они уже на кучке здесь. Хотя раньше они были все в разных местах. Так. Да, здесь мы не пройдем. Здесь, помните, был тайный проход. Ладно, возвращаемся назад. Можете полюбоваться красотами местными. Так, да, довольно муторно это все выглядит. Подвешенные зэки, конечно, доверия не внушают. Так, идет подгрузочка. Ну что ж, наверх так наверх, давайте смотреть. Единственный вариант, видите, попасть наверх, это что-то сделать вот с тем компьютером, который находится. Но, по-моему, Бэтмен особо не спешит. Хотя, может быть, там можно и наверху пробраться. Я сейчас посмотрю. Побегаем еще немножко здесь, посмотрим. Твою мать, что это было? Взорвалась мина. Так. Бэтмен, не тупи. Здесь ничего. Это открыть тоже нельзя. Ну что ж, давайте тогда искать путь наверх. Будем подниматься. Так, за что можно захватиться? Захватиться, видимо, ни за что нельзя. Как же попасть-то? Так, наверное, я кусочек маленький вырежу, потому что начинается тупняк. Я не люблю, когда сильные тупняки у меня здесь. Так что через минуточку вернемся. Так, значит, в принципе, как я и предполагал, решение такое. Вы подходите вот к мониторчику этому и можете взломать это устройство с помощью программы общего обнаружения Тайгер. Ну что ж, пароль отвергнут. Твою мать. Ну что ж, давайте настраивать ключи. Так, пароль принят, навязчивый. Пароль называется у нас такое кодовое слово. Ну что ж, друзья, давайте подниматься. Подниматься здесь, видимо, нельзя, да? Как простому человеку. Взламываем. Так. Ну что ж, давайте взламывать дальше. Будем смотреть, какое здесь слово подходит. Медик. Медикаменты. Сектор приз на барабане, блядь. Медикаменты, да. Гадали. Ну что ж, поднимаемся наверх. Давайте смотреть. В принципе, можно подняться во избежание каких-либо проблем. Чего это ты творишь, Уэйн? Тебе меня не остановить, я победил. Через час весь преступный сброд до последнего сгорит, и я обращу внимание на твоих союзников. Я дойду до поместья Уэйна, вытащу твоего верного дворецкого на улице Готэма и заставлю его рассказать всему миру о твоей неудаче. Мой эксперимент с Arkham City удался, а ты будешь дальше стоять передо мной на коленях и просить пощады. Так, мы поднимаемся, что-то особо... Вот где вот постеры, плакатики, они очень напоминают те, что мы видели в Биошоках. Первом, втором... Так, чем приехали? Вы прибыли на обзорную площадку. Противник в лифте, держать двери. Есть, сэр. Как только двери откроются, убить всех, кто внутри. Так, ну я понял, что надо валить отсюда. Так, можно сделать решающий удар. Давайте. Да, братюни, ну что, ёпта, не ожидали, блядь, твари, а? Давайте разваляем их. Так, начинает меня нервировать братюня с оружием. Можно, в принципе, плащом, видите, так всех развалять. Плащ в любом случае поможет. Так, надо сделать добивание. Так.
Так, ну что, валяются. Надо тоже добить с оружием, который тоже некоторые проблемы создает своими действиями, своим автоматом блядским. Так. Ну что, давайте, видите, поднял. Одного добили, второй поднял сразу. Так, готов. Можно, конечно, использовать всевозможные примочки Бэтмена, которые у него есть. Тоже пытаться убить. Так, ну что, мы разваляли их. Все цели поражены, повторяю, нанесена серия успешных ударов по целям. Так, у нас есть новый уровень, давайте посмотрим. Чтобы нам прокачать, баллистическая броня, специальный комбо-кнут. Это для кошечки, да. Так, боевая броня 3.0, усиление атаки с планирования, компенсация теплового следа. Следа. Канатоходец, ледяная сенсорная мина, деструктор блок оружия. Звуковой бетаранг, давайте попробуем. Что-то мы не прокачивали раньше звуковой бетаранг. Даже удивительно. Ну что, друзья, продолжим уже в следующей серии. Меня зовут Олег, вы смотрите слепое прохождение Batman Arkham City. Надеюсь, все нравится. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Будет много чего интересного. Пока-пока.